Василий Павлович Криворучко – один из самых маститых художников Воронежского края в 20 веке. Автор известных циклов «Воронеж корабельный», «Моя Русь», «На поле Куликовым». Почетный гражданин Воронежа. С 2005 года его имя носит Лискинская картинная галерея. Недавно ее фонды пополнили 4 ранее неизвестных произведения мастера, его раннего периода творчества, найденные старшим лейтенантом полиции Андреем Яцковым в чулане, купленной родителями квартиры. Оказалось, она ранее принадлежала жене художника. Молодой человек проявил настойчивость, познакомился с творчеством известного воронежского художника и, обратившись в Лискинскую галерею, нашел подтверждение своим предположениям, что найденные произведения действительно являются авторскими работами Василия Павловича Криворучко. Андрей Яцков безвозмездно передал их в дар музею. Очень приятно, когда такие молодые люди, как Андрей Николаевич, совершают такие благородные поступки. Я думаю, что этот поступок он показывает не только вот как человека, который его как характеризует как человека, который несет службу добросовестно, честно, но еще как истинного гражданина, как истинного патриота Воронежской области. Потому что Андрей Николаевич, когда нашел эти картины, он посмотрел в интернете информацию о художнике, увидел, что это наш народный художник Воронежской области Василий Павлович Криворучко, заслуженный художник, заслуженный человек перед Воронежской областью, почетный гражданин города Воронежа, первый почетный гражданин. Именно, конечно же, его работы, они должны быть доступны всем жителям Воронежской области. И поэтому он созвонился с музеем, который носит имя Василия Павловича Криворучко, который расположен в Лисках, и передал картины безвозмездно в дар этому музею, который мы можем теперь приехать в музей, полюбоваться им. Поэтому я думаю, что очень важно научиться говорить спасибо людям, которые совершают такие поступки. И очень важно многим средствам информации показывать таких людей, чтобы мы знали, что наш покой берегут надежные, добросовестные, честные люди. Хотя они и в погонах, хотя они и такие еще молодые. Но я думаю, что на его жизненном пути еще много-много и хороших поступков, и, может быть, и даже подвигов.